Привет, друзья! Сегодня мы будем запекать мойву в духовке без масла. Рыбу мою, солю, добавляю черный молотый перец, перемешиваю и оставляю минут на 30. Затем панируем рыбку в кукурузной муке, но можно и в обычной пшеничной, тоже будет вкусно. Просто обваливаем рыбку со всех сторон, лишнюю муку стряхиваем. Выкладываю запекаться рыбку на силиконовый коврик и ставлю в разогретую до 180 градусов духовку минут на 20-25. Снимаю аккуратно с противня и выкладываю на блюдо. Можно пробовать. Всем желаю приятного аппетита, отличного настроения. С вами была Алена.